Друзья, всем привет! Вы на канале «Готовим с позитивом». Меня зовут Анна Азарова. Сегодня хочу предложить вам прекрасный, очень вкусный рецепт. Его можно использовать как на обед, так и на ужин. У нас будет куриная грудка в беконе с черносливом и грецким орехом и сыром. Очень вкусно, очень необычно, изысканно. Готовится достаточно просто, но в то же время имеет очень богатый и насыщенный вкус. Значит, для этого нам понадобится, естественно, куриная грудка филе, грецкий орех и чернослив компании Нальмак, которые мы можем заказать на Яндекс.Маркете, Озоне и Wildberries. Тертый сыр, бекон и оливковое масло. Ну, естественно, соль, перец по вкусу. Друзья, в первую очередь нам необходимо из грецкого ореха и чернослива сделать так называемую пасту. Берем эти продукты и просто объединяем в блендере. Не забываем перемешивать, да, чтобы все продукты у нас измельчились. Далее, что нам необходимо? Мы берем куриную грудку, кладем ее пластами и отбиваем молотком. Солим, перчим по вкусу, да, то есть вы, если хотите, или если любите, можете добавить еще какие-нибудь приправы. Выкладываем нашу пасту из чернослива и грецкого ореха на нашу куриную грудку. Плотно ее прижимаем, чтобы когда мы скатывали рулет, она у нас вся не разваливалась. Далее берем бекон и пластами выкладываем на нашу куриную грудку с уже выровненной пастой. После того, как весь бекон у нас на курице, мы берем тертый сыр и в один край его складываем. Далее мы приминаем все слегка руками, дабы наша конструкция, когда мы начнем ее сворачивать, не развалилась. Напоминаю, что мы для удобства использовали пищевую пленку, которая нам необходима будет при скатывании рулета. Мы берем наш рулет, разрезаем его на две части, и каждую из этих частей мы связываем кулинарной нитью или шпагатом. Плотно, да, придерживая все стороны, для того, чтобы, во-первых, курицы запечатались все соки, и чтобы из нашего рулета не убежала, да, наша начинка. После того, как мы связали обе половинки нашего рулета плотненько, мы их выкладываем на пергамент. А пергамент у нас, естественно, в форме для запекания. Нам необходимо смазать наши рулеты оливковым маслом. Обильно, не жалеем, да, чтобы не пересушилась наша курица и чтобы получилась вкусная и ароматная корочка. И выпекаем при 200 градусах в течение 35-40 минут. Друзья, наш куриный рулет с черносливом, с грецким орехом, с сыром и с беконом готов. Сейчас мы снимем с него веревочку и будем нарезать. Ну, мы нарезали наш вкуснейший рулет. На самом деле я лично очень люблю сочетание чернослива, орехов и мяса. Поэтому, если вы такой же фанат данного сочетания, как и я, обязательно пробуйте и готовьте. Да? Напоминаю, что в нашем случае мы использовали грецкий орех фирмы Нальмак, который вы можете заказать на Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Все ссылки будут в описании под видео, рецептура, граммовка, все будет там. И самая приятная часть наших съемок – это дегустация. Ну, для меня это прям самая лучшая дегустация, потому что я говорю, я обожаю просто эту историю. Смотрите, если вы будете есть, как я сейчас, да, холодным, то сыр будет такой плотный, но очень вкусно. Опять же, если вы чуть-чуть подогреете, сыр расплавится, да, будет тянущаяся история, но это очень вкусно, прям я честным словом говорю. Сочетание
мяса, ореха и чернослива, это просто бомба. Просто вот лучше ничего еще не было. Я предлагаю только дегустировать. Друзья, готовьте с пользой, готовьте с позитивом, готовьте с любовью для своих близких, для своих родных. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера. Всем пока!